Всем привет, друзья, меня зовут Макс, и в этом видео покажу вам самые неудачные фотографии животных. Эти снимки точно никогда не попадут на обложку журналов. Например, вот этот вот олень. Вы знаете, это мне напомнило покерфейс. Оленей покерфейс, когда ты играешь в покер, и тебе нельзя показывать эмоции. А вот эту лису, по-моему, просто все достало. А может, кто-то видит здесь обреченность в ее взгляде или отчаяние. Вот эта лягушка очень серьезно настроена, по-моему, она идет кому-то бить морду. А это сова, которая просто не выспалась. Очень рано проснулась она, видимо. А вот эта вот собака похожа на Владимира Путина. Кто считает так же, ставьте лайк под видео. Еще одна сова, но у нее, видимо, просто проблемы со зрением и все. А это пьяный хамелеон. Хотя, учитывая то, как у него глаза двигаются, это, в принципе, наверное, его нормальное положение. Лучше его и не сфоткаешь. Жираф, по-моему, очень сильно хочет пить. Котик зевает. Это маленький, миленький, лупоглазенький слоненок. А эта рысь, по-моему, очень бурно провела выходные. Первое в мире умственно отсталое животное, поэтому не будем смеяться над ним. Будь здоров, олень, не чихай. А может, он поет? Это лев с сильнейшего бодуна, проснулся и не понимает, что происходит. Тут, по-моему, тоже у нас кот чихнул. Ну, в общем, будь здоров, на всякий случай мы ему скажем. «Здорово, зритель!» — говорит вам морской котик. А это животное вышло только что из парикмахерской. Непонятное существо, похоже на морского слона, но это не важно, главное, что оно ржет. Вы когда-нибудь видели, как черепаха удивляется? Упоротая лошадка. Похоже, она что-то приняла запрещенное. Хотя нет, вот это вот существо упоротое. Опять наркоманы. Сколько можно? А у этой птички, видимо, просто запор. Вот вам, друзья, напоследок баянчик кошачий. Если это видео вам понравилось, подняло настроение, то делайте репосты, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих роликах. Всем пока!